Вечером. После появления в эфире ПИК скандального видеоролика на улице многих городов вышли разгневанные демонстранты. Отличное расследование, Дженсен. Готов возвращаться в штаб? Да, будем надеяться. Причард нашел эту частоту. Поддерживаю. Дженсен, для тебя сообщение от Причарда. Он просил передать, что его нет в офисе. Прелестно. Что именно мне нужно сделать? Я не знаю. Он сказал, чтобы ты зашел к боссу. Так и представляю, как все в Тайюн собрались... Допустим, мы и правда разводим и обучаем солдат с имплантами. И какая, по их мнению, польза в том, что нас держат здесь и забрасывают камнями? Мы простые рабочие. Настоящие зрители. Шериф? Дэвид вышел на минутку, мистер Дженсен. Входите, я давно хочу с вами познакомиться. Мистер Дэрроу, я удивлен, что вы знаете, кто я такой. Дэвид вами очень гордится. Говорит, когда дело доходит до расследований, вы словно пес с костью. Уже нашли своих ученых? Что еще Дэвид вам рассказал? За все эти годы достаточно, но сегодня я здесь как друг и ученый. Столько всего происходит, а? Столько людей с революцией в сердцах.
а то он требует вмешательства. И все из-за созданной мной технологии. С тех пор многое поменялось. Да уж. А теперь мой друг Дэвид хочет, чтобы я привел нас на землю обетованную. Он просил пригласить членов Совета ООН на Панхею и убедить их, что индустрии не требуется внешний контроль. Это ваш геоинженерный проект в Арктике? Его было бы невозможно создать без модифицированных рабочих. Когда все будет готово, моя маленькая дыра в океане остановит глобальное потепление. Это будет хороший пиар, правда? Если сработает. Ты хочешь сказать, если это не убьет нас всех? Адам, ты вернулся. Мы можем выйти и поговорить? Сынок, беги к вертолету. Ты возвращаешься на остров Хэнша. Фрэнк засек один из передатчиков. Только один? Это? Шевченко, Адам, учти, пришлось надавить на людей в Минобороны, чтобы сделать это. Значит, заговорщики знают, что я скоро буду. Access granted.
Ohio Medical никогда бы не потерпели подобных экспериментов. Наша компания гордится тем, что заботится. Босс говорит, мы возвращаемся в Хэнша? Причард отследил сигнал Шевченко. Если он жив, то, может быть, и все остальные тоже. Это большое достижение, Дженсен. Нам уже давно не слабо везет. Как скажешь. Готов отправляться? Реально лишь настоящее. Поехали. Тогда запрыгивай. Плохие новости, шпион. Мальчик-шпион. Транспортное управление Хэнша аннулировало наш пропуск, нас отправляют в другой район города. Мне это не нравится. Но просто забить на это тоже нельзя. Конечно. Китайское правительство, придется подчиниться. Браво, эхо, эхо 008. Направляюсь по указанным координатам. Какого черта? У нас на хвосте зенитная ракета. Дженсен, сбой всех систем! Держись, мы падаем! Прыгай, Дженсен! Малик, у нас гости. Знаю, но вертушка повреждена. Сначала придется ее подлатать. Я останусь и прикрою тебя. Нет, уходи и разыщи доктора Шевченко. Со мной все будет нормально. Ты для них легкая мишень. Не обязательно. Но это твой единственный шанс проскользнуть мимо них незаметно. Так что уходи, Дженсен. Дженсен, вертушка в порядке. Я взлетаю. Продолжай это чертово задание. И спасибо, мальчик-шпион. Пожалуйста, девочка-вертушка.
Дженсен, я отслеживаю передачу данных в районе Хэнша. Белл Тауэр тебя ищет. Точно. Мы попали в засаду, Причард. Нас вынудили совершить аварийную посадку. Малик чудом успела выбраться. Но они должны были быть... На нашей стороне. Просто держись от них подальше, Дженсен. Если тебя узнают, откроют огонь. Дженсен, это Причард. Ты в курсе последних новостей? У меня слишком много дел, Фрэнсис. Дженсен, Всемирная организация здравоохранения советует всем, у кого есть импланты, обратиться в клиники Протез. С технологией биочипов возникла проблема. Это из-за этого у меня бывают глюки. У всех нас они бывают. Я пока не могу понять, почему. Ты пойдешь в клинику? Надо еще пару тестов проделать. Но так как на тебе я их проделать не могу, а когда ты вернешься, мы не знаем, тебе тянуть не стоит. Решай сам. Возвращаясь к вашей... Нижние новости этого часа. Вы хотите сделать апгрейд? Есть проблема с интерфейсом периферической нервной системы. Мы ставим улучшенный чип. Хотите, да? Да, Дженсен. Я скажу хирургу. Вы купите что-нибудь еще? Нейропозин? Еще что-то? Смотрите на компьютер. Тебе нельзя здесь находиться. Уходи. Он был прямо здесь. Последнее предупреждение. Уходи, или буду стрелять.